Hey, yo guys, с вами Шумки, и мы продолжаем проводить игруху под названием Darksiders 2 Dead Edition. Короче, мы с вами уже собрали двух душ, нам нужно всего три души собрать и заполучить еще одного чиновника, вот этого костяного. Я закончил эту серию, потому что очень большое какое-то помещение выглядит. Я не знаю, насколько оно, конечно, огромное. Не факт. Я повинуюсь. Кажись, я с этим приятелем уже дрался, да? Тихо. Я еще при этом упал. А урон все равно, видите? Проходит. Сейчас мы его просто забьем, да и все. Надоел. Так, ребят, что мы с вами камни позапускали? Это первый этаж. Да, это первый этаж, значит, нам нужно на второй. Да, я вижу. Да не, что-то, знаете, какой-то он не очень-то и огромный оказывается. Так, одно открыли. Как прикажешь. Давайте с этой стороны тогда начнем. Сразу переключусь на хватку. В принципе, знаете, у меня арт есть для этой серии. Предыдущей. Так как мы убили там какого-то мини-босса. Ага, здорово. Что я сделал не так? Чувствую я, что что-то я сделал не так. Ах ты ж черт, там было у нас продолжение пути. А я вниз полетел. Так. О, отлично, все. Возьму на всякий случай. Зачем-то там. Только зачем, да? Отлично. Все-таки я мог сразу закончить, забрав и эту вышку. Увы, пришлось лезть. Так. Еще страница. И походу по... Ух ты ж, ё-моё.
Большое место. Мне хилки бы. Мне бы хилочку. Еще один босс. Хранитель костей. Да зачем ты эту сошку хватаешь? О, кристалл вижу. Отлично. Все? А, костяной гигант. Так, на него, в принципе, две атаки только. Добиваем. Это как, в принципе, мы дрались когда с тем червяком. Секира Рузанова. Когда-то великий князь демонов принес эту секиру через бесчисленные сражения. На ее лезвии запечатаны страдания тех, кого она забрала. А, зарубила. Говорят, что она поглощает души убитых и обретает их на вечные страдания. Так. Туалет. Не, оказывается, тут у нас все камни могут быть. Я думал, только красные. Ну, видите, как раз у нас уже и на второго босса есть картинка. Поэтому все к лучшему. Давайте я сразу секиру посмотрю, как она у нас. Ну, знаете, в принципе, урон нормальный. Если смотреть, что это у меня две, да, секиры? Палец. Это секира. А, это... Палец? Это булава, а это палец. А это у нас не секира. Палец. Ладно, посмотрим. Потом. Зря прыгнул. Так. Все, челик, можешь меня пропускать или можешь служить теперь мне. Появился. Суд грядет. Да. Сейчас скажет, как обычно, люди боятся. Люди вечно не боятся. Узри свою жизнь. Мы закончили. Твой повелитель ждет тебя. Я его вечный слуга. Как-то очень просто. Ты сошел не на той остановке, Нефилим. Возможно, ты всадник, но я повелитель мертвых. Твой король призывает тебя. Этот мир теперь принадлежит порче. Ничто живое не может противостоять ей. Ты недооцениваешь меня. Тебя не защищает сила печати. Ты не переживешь даже самое легкое испытание в нашем мире. Я победил чемпиона арены.
Это всего лишь игра, бледный всадник. Есть и другие испытания, бледный? Предназначенные для наказания. Поговори с голосом Золотой Арены. Спроси об Псикамероне. Если ты выживешь, мы поговорим снова. Ага, то есть ты так, да? Гробница вершителя выполнена. Так, значит, отправляемся к этому, да? И ворон туда показывает. Ту. Значит, мне в Золотой Арене нужно возвращаться, чтобы не тратить время. Сразу туда ТП делаем. Ну, в принципе, ты куда мне говорит, нужно пойти, это в той небесной арене или что там. По сути, это то, куда мне нужно. Там химеру убить или кого-то там. Химер, кажется. Так, Золотая арена. Хо-хо-хо. Точно я иду в Золотую Арену? Окей, давайте пока пойдем тут. Просто у меня такое предчувствие, что мне не сюда нужно. А на корабль вернуться. Да нет, арена. Итак, ты вернулся. Что тебе нужно на этот раз? Мне нужен Псикамерон. Если бы это было возможно, он бы полностью поглотил тебя и уничтожил твою душу. У меня есть несколько лишних. Действительно интересно. Будут ли они гореть по прошествии стольких эпох? Почему бы нам не проверить это? Тихомирон. Сразу на меня два чудища летят. Опять он нажал эту херь. О боже, ты понимаешь, ты не то делаешь. Тупое существо. Тихо-тихо-тихо, назад-назад-назад. Тихо-тихо-тихо-тихо, много атак делает.
А. Боже. Ты подохнешь? Наконец-то. Если так будет до конца, это будет сложно. Мне опыта почти не дают. Да. Камерот. Посмотрим. Так, я ж уже сюда телепортнулся, да? Да, психокамерон. Посмотрим, как ты выглядишь. Это еще одна арена. Так, сохранить. Слышу, где-то камень. Что, не тут? А почему ты сюда вернулся? Я что тебе сказал? Я сказал тебе там стоять. Да. Так, ладненько. Обычные ботинки. Я победу. Вон! Да. Тьфу. Потом поднимитесь, если нужно. Как пожелаете. Блин, не, ну ульту я использую уже на самый крайний случай. О. Неужели пушка пригодилась? Что новенькое? Это что-то новенькое. Мне осталось ворота открыть. Из праха я возрожден. Вон, твоя цель. Это невозможно. Да, сейчас серьезно, да? Ты это ж не шутяш сказал, да? И что мне тогда с вами? А, Челик, а что мы с тобой будем делать? Окей. Я не понимаю, почему это невозможно. Что мешает? Так, вижу там уступчик сразу. Сразу вижу уступчик. Погнали за сундучком. А, точно.
Точно, точно, точно. А что я забыл? Что-то я забыл. Так, готово. Чара. Хил. Упай броня. Броня, 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 броня. И куда мне дальше? О. Опять все кнопки перенажимал. Что ты мне откроешь на этот раз? Эти ворота. Окей. Так, рычажок. Это я сделал себе проход. Да просто спрыгну, да и все. Прыгни. Так, два сундучка, три сундучка. Почему я только двоих мог призвать? Почему не троих? Я повинуюсь. Не. Черт. Как пожелаешь. Давай, а ты почему здесь? Тоже туда вступай. Это значит неправильно? Это было неправильно. Ты слышишь? Все, разнесли. А, то есть там только у меня три варианта. Давай средний. Ладно, отхилюсь. О, угадал. Но там все равно решетка, поэтому давай последний. Как прикажешь. Выпрыгивайте, твари. А, тут нужно было просто правильный порядок. А мне туда все равно не попасть, да? Самому. Понятно, что здесь будет этот ключ. Отлично. А там сундук. Два сундука, один очень хороший, но мне туда не попасть. Но мне туда не попасть. Увы. Только не пойму, что это за печать. Так, а теперь куда мы путь держим?
закрытая зона. Пока переключусь на пистолет. Химера. Это тварь, которую мне нужно убить. И страха я возрожден. Молодец. Что это за херь неуязвимая? Я повинуюсь. Ну и туда. Как хочешь. Давай, подержу. Боковые врата мне откроешь или передние? Боковые. Одни боковые только. А там у нас паркур. Паркур. Переключаемся на руку. Паркур. Переключаемся на руку. Так, и... Что она мне дает? Не понимаю. Я сообразить не могу. Я не могу сообразить, что мне делать. Типа залез на столб и... Типа я туда допрыгну? Нет. Так, какое-то говно происходит. Приказывать я тоже не могу в этот момент. Ох ты ж, ё-моё. Нахера мне сюда нужно было идти? Ой, блядь. Я не ебу. А я не ебу. Понятно, непонятно мне. Приятель, что мне рубить? Единственное, что я могу сейчас сделать, то что я пон... Вот, нахера, нахера вот он нажимает? Блин, как мне это бесит уже. Именно в середину поставили, вы что, не могли... удобнее сделать.
Не место для лошади. Кто уже на А, Б нажал? Нет, 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 нет. Я хотел наоборот к нему пойти туда. Это дебилизм. Окей. Как прикажешь. Окей. Быстрее можешь бежать? Ботинки. Тварь. Два сундука. В одном должны быть хилы, да? Пока что фигня какая-то. Без хилов. Да, пока он туда бежит, пойдем наверх. Так, это я открыл второй срез. Ага, это то место, где, кажется, прыгал, да? Похоже, но я не уверен. Привет, приятель. С той стороны у нас ничего, тогда пойдем сюда. Не, если у меня вот эта ярость просто наполняется для суператак, тогда это хорошо. О, ты молодец, убил одного, которого я бил. Не, они на самом деле тоже помогают. Довольно неплохо. И кто ты у нас? А, он у нас уже был. А куда мои дружки пропали? Так, вот этого не было. Топотов не было. Тоже что-то новенькое. Это уже что-то новенькое. А-а-а. Так.
Тихо. Юзаем хил. Так, минус один. Минус два. Хилка заюзана. Как-то все вот так. Врата или лестница? Все подряд. Так, сначала куда сходим? Так, ну мне туда идти нужно. Да? Да, мне туда идти нужно. Поэтому мы туда и пойдем. Что-то непонятно с ними. Может, нужно впритык подходить, чтобы урон засчитывался. Не, скелеты не вылазят. Химера сраная. Ультимейт придется тратить. Я почти его, в принципе, никогда не юзаю, поэтому... Как-то темновато. Не-не, тут, мне кажется, лучше пистолет будет активный. Я надеялся, что найдется герой, который сможет противостоять порче, а ты зашел очень далеко, всадник. Жаль, что твой путь заканчивается здесь. Василевц? О, то есть мне его сейчас дадут, да? Я тогда... А, так это его химера? Эхидна. Ну, ладно, эхидна. Воу-воу-воу-воу. Вот черт. Готово. Один на один. Воу-воу-воу. Ты как крыса. Зараза. Ничего, ничего. Так. Теперь они вдвоем будут? Давай, давай, давай. Thank you.
Так, нормально. Минус эхидна. Ты один остался. Хватит! Я последую за тобой в сайт. Даже в земле костяного владыки. Молодец. Даже навстречу правосудию. Клыки эхидны. Клыки эхидны в течение веков высасывали жизни из бесчисленных существ, утоляя голод зверя. Теперь они стали оружием смерти и вытягивают здоровье из его врагов, ослабляя их и придавая силы жнецу. Так. Силы жнецу. Где они? Такое себе. Так. Все, да? В принципе, все, как-то так. Сохраняем. Карта. Быстрое перемещение, да. Теперь мне нужно посмотреть по доп-миссиям. И если вправ, мы полетим с вами к древу. И сдадим задание. Хотя мне даже кажется, меня сейчас апнут. Королевство мертвых. Называется королевством мертвых. Мне пока еще не попадался труп, который не попытался бы меня убить. В этом мире есть твари, которые никогда не прекратят это делать. Я называю их вескровленными. Ночные кошмары, состоящие из когтей и костей. Их нельзя убить обычным оружием. Но должен же быть какой-нибудь способ покончить с ними. Это вот эти темные. Обескровленных можно ранить одушевленными предметами. Подобное убивается подобным, правильно? Да. Наш король в восторге от своих обескровленных. Расскажи побольше. Убей столько, сколько сможешь. Как появляются обескровленные? Душа должна пройти через город мертвых, прежде чем возродиться в источнике. Но некоторые вырываются и начинают наводить страх на другие миры. Вот так и появляются ходячие мертвецы, а самые испорченные из них становятся обескровленными. Их плоть можно разрушить, но душу убить нельзя. Так, тренировки. Мне нужна тренировка с палцей, да? Я думаю, в принципе, ее и прокачаем. Неплохо. Ты бы получил место в моем войске. Так, момент удара при сильной атаке. Сильный удар будет от врага назад после приема в дом. Окей. Лед, но это в основном рукавица, да? Кулаки небес. Перкота вращения после кулака небес. Подожди, так, воздух, бла-бла-бла. Так, убейте трех обескровленных. Прошу, выбирай. Так, могу я, в принципе... Все, хватит. Для трех достаточно. Ты тратишь мое время. Окей, могу тогда сразу зайти. Новый уровень, все, да. Как раз могу палицу эту юзать. А, я их уже всех призвал. Что нам нужно делать? Страдать. Я не знаю, почему сразу ты не сказал. Долго ты бездействовал. Слишком долго пренебрегал своими обязанностями. Ты мне больше не нужен. О чем это ты? Я не люблю, когда со мной играют. Они подвели меня. Но ты заслужил мою благодарность. Я отправлю тебя к тому, кто знает путь к источнику душ. Но сперва ты должен встретиться с демонами. Я уже встречался с ними и многих убил. Не таких, как эти. В этом амулете заключена огромная сила, но твой позор держит его на замке.
Я ни о чем не жалею. О, я вижу сквозь твое бренное тело место, где идет настоящая битва. Что? 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 Не, нет, зачем куда-то мне отправлять, ё-моё? Мы еще серию не закончили. Ладно, сейчас телепортнемся, если там будет битва. Опа, об этом я и говорил. Разделение духа. Костяной владыка рассмотрел душу смерти и разыскал дремлющего потенциал. Теперь смерть может разделить свой дух на две половины, способные двигаться отдельно под управлением его материального тела, которое превращает в камень и практически неуязвим. Город мертвых. Отправляйтесь в город мертвых. Всадник, что ты узнал у костяного владыки? Мне кажется, твой король сперва заботится о себе и лишь потом о своих обещаниях. Мертвый король разрешил тебе посетить город мертвых. Кого мне искать в городе мертвых? Ты должен больше беспокоиться о том, кто ищет тебя. Отвечай на мой вопрос, пугало. Будет скучно просто сказать тебе. Тогда замолчи. На твоем месте я бы следил за своей шеей. Что я найду? Что я найду в городе мертвых? Кроме очередной кучи трупов. Нечто более ценное, чем кости и сухожилия. Души, всадник. Из всех миров умирающего солнца. В городе они проходят очищение от прошлой жизни, чтобы впоследствии пройти через источник и возродиться. Многие души не переживают очищение. Некоторые сходят с ума, а кое-кто даже умудряется избавиться от оков. Окей, вот это получается у нас город мертвых, да, с вами? А ну-ка. Да, город мертвых. Ну, мы потом отправимся еще... Часовую башню, где она-то там? Ладно, плевать. Нужно... Да, вот. А нет, это лабиринт судьбы душ. И там, короче, в часовой мы сможем с вами добраться до сундука, который находится наверху. Поэтому давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.